Предлагаю такой вариант песни «Сушите сухари, уходим до зари». На мотив песни «Надежда». Сушите сухари, уходим до зари. Поход нелегкий и неблизкий будет. Великий труд, что съел, перегорит. Без праздников маячат только будни. У всех народов есть такой запас, который занимает мало места. Последними калориями многих спас. Заранее замешивайте тесто, читайте и учите наизусть не что-то, но священное писание. На каждый случай в этом вся и суть, оно не подведет и не достанет. Не так и много места в рюкзаке, но сверхоружие в любой беде поможет. Не загружайтесь лишним налегке. Планеты странник на Христа похожий, он не имел где преклонить голову и не носил тех книг богослужебных. Затем апостол их проповеди звук разнесся капища, как половодьем щепки. С собой они несли не корабли, а малое горчичное зерно. Скисали войны, тираны, корабли, и прорубалось в небеса окно. Отечество земное далеко, отрядись поповским был чужд. Несли духовное святое молоко упитанному римскому бычку. Преображались змеи, скорпионы, львы кровожадные, лукавые лисицы. Меч Слова Божия разбило все препоны, с дарами Божий Дух на них излился. Цените изречения и стихи, конечно, не подряд, но всем по вкусу. Христова кровь омыла с вас грехи, спасение только во Христе Иисусе.